приятно отметить, что из года в год уровень зрелости и профессионализма этого мероприятия с точки зрения организации и программы растет. Но мы для себя выделили топ-5 мероприятий, и соцфорум, безусловно, является одним из таковых. Показать то, что мы, как мы продвинулись за этот год. Насколько мы продвинулись, что мы теперь предлагаем рынку. Это такая очень хорошая и правильная площадка. Поскольку мы живем в конкурентной среде, то, конечно же, мы также смотрим по сторонам и смотрим, что предлагают конкурирующие компании. Для меня более важным являются процессы. Процессы и тогда уж аналитика, если мы говорим об этом. Потому что есть триада, да, и от того, насколько ты успешен там, в каждой из составляющих, в целом зависит успех бизнеса. Здесь нельзя что-то одно бросить и все внимание переключить на там, более приоритетные в моменте задачи. Регуляторы, безусловно, занимают более активную роль. Сейчас они становятся все более и более открытыми для рынка, идут на конструктивный диалог. Роль регулятора не только контролировать, наверное, да? Хотя через это, конечно, он достигает основного своего результата. В целом, толкать индустрию вперед, развивать ее, делать нашу с вами жизнь более защищенной и безопасной. Я думаю, что мы сталкиваться будем уже там, с теми видами атак, с которыми имели дело раньше, но они будут претерпевать определенного рода изменения, которые позволят, с одной стороны, им быть менее заметными, а с другой стороны, ну, наносить максимальный ущерб для объекта атаки и, соответственно, максимальную прибыль для инициатора этой атаки, потому что в основе всего все-таки деньги – это, ну, там, финансы, металл, за который идет борьба.